Узнай свой ВИЧ-статус анонимно и бесплатно. В Приднестровье стартовало экспресс-тестирование. Накануне мобильная лаборатория приехала в Дубасары. Можно было провериться прямо у городского рынка. Тут же разместили баннеры. Провели беспроигрышную лотерею с подарками. Не надо там в поликлинике стоять в очереди, там это, дожидаться, записываться. Очень удобно. Так хочется и своих еще позвать сюда. Сейчас есть экспресс-тесты, которые делаются бесплатно, анонимно, очень быстро, то есть буквально в течение 15 минут человек сам своими глазами видит, какой его результат. Кроме того, у нас сейчас даже стали доступны тесты по слюне, которые человек может сделать сам себе. То есть вот желающим, кто боится или стесняется, или у кого, например, есть родственник, который хочет пройти тест, но не может прийти, мы выдаем даже тест по слюне с собой, даем инструкцию, как это сделать, и человек может сам в домашних условиях проверить свой диагноз. На месте в лаборатории анализ крови. Результат через 15 минут. 17 мая передвижная лаборатория будет работать в Тирасполе на балке у самолета. 18-го в центре Слободеи. До конца мая экспресс-тестирование можно будет пройти во всех городах Приднестровья.